возьму. Неужели Буян опять мне помешает мне залезть в курятник? Ты опять сюда пришла? Постой, Буян, я к тебе по делу. По делу? Да. Надоело мне слушать, как все меня ругают. Только и говорят. Лиса глуповка, лиса хитрая. Ругают все лисицы. Мне стало стыдно жить. Хочу я научиться хорошей, доброй быть. Хитришь, лиса. Что ты, я не хитрю. Научи меня стать хорошим. Возьми к себе ученицу. Я буду делать все, что ты мне скажешь. Чему ж тебя научить? Я ведь и сам умею только сторожить. Вот я и буду тебе помогать. Ладно, попробуй. Стой здесь. И никого даже близко не подпускай. А если волк придет, лай, бросайся на него. Прогоняй и пугай. Пусть только придет. Я ему покажу. Ну, сторожи, а я пойду. Скоро вернусь. Иди, иди. Ха-ха-ха, обманула Буяна. Он мне лисе поверил. Ха-ха-ха. Теперь я курочек поем. Ой, кто это идет? Наверное, волк. Гав, гав. Не знала меня, лисонька? Что же шум поднимаешь? Так Буян меня научит бросаться тоже. Отойди в сторонку, а я за овцой иду. Хорошо, волк, иди. Ах, вот как ты стараешься. Я поверил тебе, уходи прочь. И чтобы я тебя не видел. Кто там шумел? Никого нет. Лиса, ты что тут делаешь? Просила Буяна, чтобы научил меня дом сторожить. Помочь ему хотела, а ему некогда. Побежал волк огнать. Хочу полезным делом заняться. Да ничего не умею. Может быть, ты меня в ученицы возьмешь? Я умею только мышей ловить. Хочешь, научу? А где ты их ловишь? На чердаке, в сарае, в погребе. Хорошо, отведи меня в погреб. Увидишь, сколько я там мышек поймаю. Прыгай, хватай, пробуй еще раз. Ты способная ученица. Лиса меня хотела обмануть. Хитрая какая. Да разве ей можно верить, лисе? Знаю. Она меня хотела обмануть. А чтобы она никогда больше не обманывала, я ее в подвале запер. Молодец, Смурзик! И что ты с ней будешь делать? Отдам ее хозяйским детишкам. Пусть любуются. Вот спасибо за подмогу. Приходите к нам в гости, кушать. Да другие сказки слушать. Если дружно все возьмемся, своего всегда добьемся.